Советник по воспитанию, специалист в области патриотического воспитания детей. Он занимается досугом школьников и помогает им развиваться как в творчестве, так и в учебной деятельности. У нас есть определенный календарь с мероприятиями, которые мы должны обязательно провести в школе. И в внеучебное время, во время перемен, мы организуем занятия детей. Такая должность появляется в школах с начала этого учебного года. Мария Валерьевна, помимо запланированных занятий вместе с ребятами, придумывает и основательно разрабатывает настольные игры. Игра представляет собой набор карточек. И в карточке есть, на карточках изображены вот такие персонажи. Каждый персонаж с последующей карточкой имеет только одно отличие. Выкладывается карточное поле, ребята получают по одной карте, и после этого должны, кто быстрее наберет карточки по одному отличию. Сегодня Мария Стафи делится опытом с коллегами из образовательного центра «Флагман». Ребята 2-го А-класса смогли попробовать свои силы в новой игре. С азартом выбирали карточки, а после приступили к подсчету набранных очков. Здесь поднята рука. Дальше кладем. Здесь у нас очки появились. Понравилось? Да. Что мне самое интересное? То, что нужно тренировать внимательность. Это интересно. Да. Искать отличия. Очень интересно. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».